И всем привет, ребят! С вами, Ванька сегодня записываю новый ролик. И да, это снова вернулось. Записал я половину видосов от нового обновления. Хотел записать на сегодняшний день, ну, довольно большое количество контентика, чтобы можно было бы полноценно по тихой грусточке все выполнять и выкладывать на канал, но... К моему глубочайшему сожалению. Я столкнулся с той проблемой, которую вы видите на своих экранах. И вы, я думаю, что тоже с ней столкнулись. С потерянным соединением сервера и с новой волной DDoS. А так, уже вчера вечером у нас были DDoS, были лаги, игра не работала. И на сегодняшний день, на момент записи этого видеоролика, пятница, 2 часа 33 минуты у меня... По времени наша игра лежит, и наша игра не работает. Когда она заработает, когда мы сможем полноценно поиграть, никто не знает. Новостей от разработчиков по этому поводу на момент записи этого видеоролика нету. И все это выглядит максимально грустно. Вчера вечером на стриме... Все так же бесшансово лежало, не было возможности загрузиться, да, была иногда возможность прогрузиться просто на сервер общий танковый, но дальше в бой уже зайти нельзя было, все так же выкидывало, все так же срабатывала ошибка, и все это выглядело максимально печально, напомню, что уже неделю назад... Эти проблемы были, но были не такие существенные. То есть э, моментами просто э, пропадала возможность входа в игру. Сейчас же все лежит на мертво и без никакой возможности на заход в игру. То есть у вас нет возможности зайти, и все это выглядит максимально грустно и печально. Ведь ни я, ни вы. Не можем даже выполнить супермиссии. Ну и понятное дело, что когда игра у нас лежит без шансова и не включается, не работает, это стопроцентная компенсация. Стопроцентная компенсация. У меня горит премка на бездонате, горит премка на основном аккаунте. И я, конечно, очень сильно расстроен по этому поводу. Может быть, это как-то связано с новой иконкой загрузки. И именно из-за новой иконки происходят вот эти вот самые замечательные проблемы. Я загружаюсь, наконец-таки, в игру. Ну и попробую зайти в бой. Зайдет ли у меня? Если зайдет, то будет великолепно. Но... Конечно, на сегодняшний день все пока что выглядело максимально печально. Если зайдем в бой, то, может быть, сразу же протестируем новое вооружение, которое я хотел э, записать для контентика. Но, скорее всего, нас просто сейчас не пустят в игру, потому что вчера была ситуация ровно такая же самая. Если проскакиваешь в игру и заходишь как раз-таки на какой-то сервер, то потом просто пикаешь в бой, и у тебя вечная... Э, Поисковая система срабатывает. Если идешь обновляться, то опять у тебя просто такой, такая же самая проблема входа в игру. Да, и ты снова не можешь зайти, снова ты стоишь, грузишься. И ничего у тебя абсолютно в этом плане не происходит. Если мы нажмем сейчас отмену и нажмем быстрый бой, да, больше он не находится. Нажимаем обновиться. Сумеем ли зайти через обновление? Есть такой вариант, что я смогу сейчас зайти и сразу попаду в бой. Если такая возможность у меня. Если у меня такой малейший шансик, если бы он был бы, я был бы мега рад. Я был бы мега рад, если бы такой бы шансик появился. Но, походу, такого шансика у нас нет, потому что у меня все так же само висит и висит без никакой абсолютно возможности зайти в игру. Ждем! Объяснение причин от разработчиков, ведь все вы знаете то, что три месяца назад в нашей игре поставили защиту от DDoS-атак, и то, что сейчас, по идее, их вообще не должно было быть. да У нас три месяца стабильно работала игра, и вот как раз-таки на предыдущей неделе появились снова проблемы с входом в игру, снова проблемы с DDoS -ом. из боев. Внутри, если вы попадете, вас не выкидывают, но потом просто вот срабатывает вот эта вот вещь, и вы не можете сами зайти в игру, не зайти в лобби, не, не запикнуть в новую катку и не вообще поиграть нормально. Да? Поэтому ждем объяснения причин, что это такое, с чем это связано. В моем понимании, вот это вот стопроцентный уже DDoS. Если я неделю назад говорил о том, что это связано именно с входом в игру, и если вы войдете в игру, то у вас все будет работать, то сейчас даже при входе в игру дальше вы не можете запикаться в быстрый бой, и все у вас лагает, и все так же не грузит. Поэтому это возвращение DDoS атак. Конечно, все это очень грустно и печально, потому что, если честно, ну, очень жестко, да, страдает игра уже на протяжении практически года, да, уже через три месяца будет год, как начались у нас DDoS атаки. Ну и я надеюсь, что скоро это все закончится, ведь с сегодняшнего дня стартовало большое количество новых интересных ивентов, а у нас снова DDoS атаки, снова мы не можем не выполнить миссии, не можем поиграть на супер жестких устройствах, не потестить новые обновленные вооружения, ну и просто теряем премку. Теряем драгоценные дни танкоинов. Да. Поэтому надеемся на скорейшее возвращение нашей игры в, на... в нормальное русло. Не горим. Не горим. Не, э, так сказать, дезморалимся по этому поводу. Да, потому что ну, по сути весь негатив он Абсолютно здесь бесполезен. Я думаю, что разработчики стараются решить эту проблему, как это было и раньше. Но что-то с дедосами и с решением проблем с дедосами пока что у проекта получается решать их только на время. Ну и спустя время снова все эти дедос-атаки возвращаются. И возвращаются еще в более жестком ключе. Что у нас игра абсолютно не работала. Вернее, не работает. Поэтому будем надеяться, что все в скором времени решится. Ну а вы прожимайте лайк, если согласны с моей точкой зрения. И то, что вы ждете тоже компенсацию за все эти неполадки, за все эти проблемы. Можно еще и в описании, в комментариях написать о том, что даешь орех компенсацию. Потому что, ну это не дело. Я даже в контент записать не могу. Контентику не могу дать. Все, без шансово лежит. Так что поддержите видос с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы да не пускать новые видеоролики. Ну а мы ждем, пока заработает наша замечательная игра. И надеюсь, что сегодня вечером мы вернемся и будем давать вкусного контентику, выполнять супермиссии и полноценно играть в нашу игру. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.